Прокомментируй матч. Просто. Ну, самое главное, сегодня победа была. Мы еще боремся, чтобы выступать в Лиге Европы. И это самое главное, чтобы сегодня взять 3 очка. Первый раз, к сожалению, очень поздно, но еще есть шанс на Лигу Европы. А во втором тайме практически защита Локомотива не давала подойти к сараю, к воротам. Что Семин сказал в перерыве после первого забитого мяча? Я сказал, чтобы продолжать играть на контратаку, чтобы стараться забить второй гол. Так и получилось. Понятно, если видишь 2-0. Потом чуть отошли назад. И, особенно моментов у Галатасарая так и не было во втором тайме. Локомотив сегодня заслуживал более крупной победы? Пару хороших моментов еще было, но могли еще два гола забить, но 2-0 нас устраивает. А вы два ведь забили еще, просто их не засчитали? Ну, я не знаю, мне тяжело сказать, там офсайд был или нет, это я не видел еще повторов. А стремились к победе 3-0? Пометуя о том, что 0-3 было в Стамбуле, нужно было обнулить это преимущество в соперника. Ну, это да, по голове было, то, что мы там 3-0 проиграли. По игре я бы не сказал, что мы заслужили на поражение. 3-0 у нас там много моментов было, и мы просто не забивали. Не получилось взять реванш 3-0, но, как сказал раньше, 2-0 у нас устраивает. Это жеребьевка лиги и отборочного турнира Евро в это воскресенье. Приятно бы было тебе, чтобы к Польше попала Россия? Ну, есть такая возможность, и посмотрим. Буду ждать. Россия очень хорошо выступила на чемпионате мира, и сейчас играет намного лучше, чем до чемпионата мира, и я бы не хотел попасть на Россию. Матчи сегодня как-то особенно поздравили с первым голосом? Нет. Мороз на улице был в пользу Локомотива, показал, что Сарай не был привычен к этому холоду. Ну, условия для обеих команд одинаковые, так что не буду говорить, что для нас какой-то был плюс, да, что мы на этом имели преимущество. Это футбол, надо играть в разных погодах. А почему такая разница была? Тогда 3-0, сейчас 2-0, это тогда Локомотив был не так? Ну, я как сказал, там по игре мы не проиграли 3-0, там мы просто, я думаю, что равная игра была, там может, первые 15-20 минут мы уступали Галатасарая, а потом равная игра была, и у нас много моментов, мы просто их не забивали, потом пропустили штрафной, пенальти и такой крупный счет 3-0. А по игре я не думаю, что мы там заслужили на такие поражения. Со Спартаком у вас. Спартак сейчас находится не в лучшем, да, состоянии, но у них новый тренер, мотивация у них повышенная. Вот какие мысли об игре, о предстоящей? Конечно, это дерби, это нам надо набирать очка, чтобы подняться и Спартаку надо подняться. Смотрю я последнюю игру против Крыли, да? Mm-hmm. Уже играли чуть получше. Тяжелая игра, как всегда в дерби. Нам надо смотреть на себя, на свою команду. И если будем играть, как, например, сегодня, как команда в плане обороны, в плане атаки, тогда я уверен, что мы победим. Спасибо.